много букв. Не хочется буквы читать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Продолжаем с вами проходить The Thief. Пробрались в часовую башню. Опа, это что такое? Подожди. Это подожди. Это тайник? Мой тайник? Водяная стрела. Еда. Охотничья стрела. Огненная стрела. Так, подожди, золото. Взять. В смысле взять? Непон. Балансировка лука слегка значительно... Что? Припасы доступно припасов. А, это припасы, которые я могу взять, а это я могу положить. Но охотничью стрелу я прячу. Огненная. Так, подожди, сидит порох, который заполняет... Эта стрела может поджигать горючие материалы. Зачем? Не надо мне поджигать это все. Не надо. Так, балансировка лука, ничего себе. Уменьшает время прицеливания. Это мы берем, конечно же, качаем. Обязательно. Емкость колчана. Конечно, берем. Да. Забираем, как говорится, все плюшки, которые нам уготованы. Значительно увеличивает чувствительность при взломе замков. Естественно. Зазубренная стрела. Эти мощные стрелы наносят увеличенный урон и лучше пробивают доспехи благодаря тяжелому зубчатому наконечнику и хорошо сбалансированному древку. Не нужно. Еда. Не знаю. Взять. Ну, раз есть, почему нет? Удушающая стрела. Удушающий газ, который мгновенно обезвреживает цель, вызывает тошноту и затрудненное дыхание. Облако ядовитого удушающего газа, который мгновенно обезвреживает цель. Ну, это типа, это плохо ведь? Маг. Жевание листьев этого растения увеличивает интуицию Гаррета, восстанавливает концентрацию. Опа, это мана. Слушай, это мана. Ману берем. Канатная стрела при использовании... Выброшена длинная веревка. О, она тоже тратится? Слушай, все беру. Конечно, все берем. Водяная стрела обязательно. Так, все. Да? Да. Окей, найс. Найс, найс, найс. А здесь у нас что? Уникальная добыча? Ой, блядь, погоди, F1. Бренные оковы, уникальная добыча, трофеи. Ну это понятно, окей, блядь. А можно мне на Е что-то взять? Нет, нельзя. Только F1, япон. Опа. Воруем. А, это мое, все, это моя точка, короче, все, я понял, это моя, типа, база, что ли, получается. То есть эту штуку раздобыл, то есть это все мои трофеи будут лежать здесь. Зафиксировали. Окей, допустим. Так. Ожерелье звезда Олдейна. Олдейла. Под защитой банка. На этой неделе знаменитое ожерелье звезда Алдейла было помещено в хранилище первого банка Стоун Маркета до установления его нового владельца. Как мы уже писали в этом месяце, леди Абигейл... Блять, ненавижу эти фамилии, это вообще жесть. У меня просто язык умирает, читая вот эти фамилии. Я... Блин, я на Дизонорде охеревал читать вот эти вот все... И вот это вот Хаднол погибло в ужасном пожаре. Уничтожившим ее родовое поместье. Звезда Алдейла чудесным образом не пострадала при пожаре. Инспекторы установили, что пожар был несчастным случаем, что позволяет остальным членам семьи претендовать на ее имущество. Сегодня банк объявил, что от лица покойной леди Хаднол начинает поиски ее живых родственников. Окей. Ладно. Окей. Так, маны нет, но смотри, немножечко так вот зоркнуть можно, это уже нормально. Так, а что, бегать я не могу здесь? Я здесь не могу бегать, прикол. Вот тебе раз. Ну ладно. А что по миссии-то вообще? Выбраться? А, окей. Кат-сцена. Это, кстати, может быть превью, между прочим. Я слепой на один глаз. Я вот в заставке, в самой первоначальной, там у него глаз был такой синий. Я подумал, что у него просто разный цвет зрачков. А тут, походу... Походу, он просто на один глаз слепой. Дженнивер?
Спички? Где ты, черт возьми? Зайди ко мне, когда вернешься. Б. А, записульки отправляла. Окей. Встретись с Басо в Бурике. Это чё? Это куда? Подожди, тут чё, больше ничего нет? И не будет? Сюда могу? Сюда не могу. Ну и больше, в принципе, никуда не могу. Ладно. А тут? А, ну могу поджечь. Ну нафиг не надо, в принципе. Хотите отправиться в этот район? Да, Stone Market. Погнали, отправимся. Жертвуйте золото королеве нищих, чтобы получать очки концентрации. Чё? Не знаком особо с этой механикой, поэтому выглядит как-то чуждо, честно говоря. В принципе, и так я могу без маны спокойно пользоваться этой обилкой. Пока вообще ничего такого не ощущаю. Простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Уже оправдываются. Отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватит. Так, площадь часовой башни. Окей, итак, это телепортнуться. Ага, Япон. Так, бутылочку берем. Что у нас есть? У нас есть водяные стрелы, смотри. У нас есть канатные стрелы, хилка, мана. Все есть, вообще все. Можно я, блядь, как вот спрятать оружие? Пиздец, вот я не хочу с оружием бегать. Не хочу, блядь. Меня это немножко колебает, честно говоря. Тут, кстати, вообще ливень жесточайший идет. А, пока настраиваю. Бежать, красться, лезть. О, слышали? Жестко. Ливень вообще страшнейший идет. Пригнуться, лезть, красться, концентрация, взаимодействие, стрелять из лука, бросить, оглушить. Отменить действие. Правая кнопка мыши. Тупая стрела. Следующее оружие. Ну вот я хочу убирать оружие. Как мне, блядь, это сделать? А, на правую кнопку мыши. Окей. Так вот. Прислали сегодня посылку, заказывал крючки с Яндекс.Маркета там и подставку. Вот. Эти вешалку для, ну короче, для ванной, чтобы вешать эти всякие полотенца и так далее. Вот. А, это карабкаться. Это тоже карабкаться. Я, слушай, давно так в Сифа не играл. Как мне прицелиться? Как-то же можно прицелиться здесь, бляха-муха. Шо ты, блядь? Ага, это удар. Погоди, а как... А, на Y, ёшки-матрёшки, точно. Карту открываем, естественно. Стрелы можно использовать, чтобы ломать шкивы на расстоянии. Я убрал все стрелы свои. Ну, ты посмотри просто на меня, блядь. Какой я крутой челик, блядь. Получится? Получится. Хорошо. Приехал в такой брак жесткий. Детали все истерзаны, изломаны. Там изнутри крепежей нет. Вообще бредятина. Сегодня ходил, короче, отправлять на почту обратно все это мероприятие. Вот. И под такой жесткий ливень попал. 10 Нордкристов подряд. 10! А нынешний хуже всех. Ну, мрак, ты не из-за него пришел? Да? А как насчет его стражи? Бандитов в форме? Даже не знаю. Когда слушаешь его речи, веришь, что он знает, что делает. Так, окей, бегать здесь уже могу. Так. Могу посмотреть? Он так гордится своими улучшениями, что уже гордость с реки не показывается. Ага. Я же говорю, лучший из... Ну-ка, давай, отмычечку. Опа. The fuck? Промок, как говорится, вообще до нитки. И сейчас вот громыхает вообще жесточайшим образом. Я думаю, что вы слышите. Да нет, подожди, что ты? А чё, никого дома нет? Надеюсь, что нет. Это, кстати, будет F5-ку-то понажимать. Так, а тут чё? На улицах небезопасно. Опа, тихо. Да, найс, потайная дверь. И чё, блядь, где? Да. Окей. Давай пооткрываем тут. Опа, сюда серьги. И последнюю. Нихуя. Пон. F5.
Чё, блядь? Ёб твою мать! Что за шляпа? Не понял. Что за хрень? Как-то можно это отключить? Нужны кусачки. Я понял. Окей. Надо похилиться, наверное. Можно мне как-то перелезть через... Спасибо. Так, и чё там есть? Чё-то можно, нет? А чё я где открыл? Погоди, блядь. Чё-то же открылось. У меня сейчас пизда будет здесь. Ну давай, F5. Ух ты, блядь. Ёб твою мать. А чё куда хуярит? А откуда? Нихуя себе. Нихуя себе. Ну где-то тут ничего, блядь, вроде как и не открылось ни хрена. Ладно. Окей. Что ты? Он так не прыгает, смотри. Он так вообще не прыгает. Ну я думаю, что я здесь и так все расследую, в принципе. Ой-ой-ой. А как-то можно забраться? Походу нет. Ладно. Или что, могу? Смотри, блядь, хуярю. Нет. Угу, понял. Ох, ебать. А ты стражник? Или кто? Ой-ой-ой. Так, ну вы обычные челики, да? Вы ничего не алё, не кукареку, я понял. Ладно. Маны вообще ни хрена нет. Что-то багнулось, что ли, или что? Я так быстро... Хочешь стабильной работы? Быстро залез так. Иди красным ножом. Ой, блядь, хуярю просто жестко. Что, не спалили меня там? Надеюсь, не спалили. Ну это как бы локация, я думаю, что я в любом случае ее исследую, там все эти потаёночки и так далее. Я думаю, что в этом проблемы никакой нет. Я думаю просто, что мы вернемся сюда. А то зачем делать ради какой-то одной миссии такую гигантскую локацию? Я... Не вижу смысла просто сразу все как-то выфармливать, так это время на все это мероприятие тратить. Вот зачем ты залезаешь, если ты можешь, блядь, просто... Взять это с верхушки. Опа. Выключил свет, что ли? Куда я залез? Ага. Все, вот я, видишь, могу. Никого нет. Кста. Окей. Касаемо докладов твоих шарлатанов об эпидемии мрака. Переделай свой отчет, руководствуясь следующим соображением. Ты должен обеспечить стабильное поступление мрачников в мастерские на переработку. Доведи цифру хотя бы до сотни в день. Я так понимаю, что болезнь может развиваться с потрясающей скоростью. Совершенно здоровый вечером мужчина может оказаться в трупной телеге уже утром. В этом случае его дом должен быть тщательно вычищен и опечатан. Твое содействие в этом вопросе будет оценено. Ловец воров. Ага, пон. Зачистка жесткая. Так. Вкратце. Склад оружия 6С перемещен в Черный переулок. Описи осмотра оружия произведены стражниками Маньоном и Коссом. Окей, пока никаких. Блокада. Встретись... А, что? Не понял. А чё, F1? Просто блокада и все? Флягу-то взять могу? Нет, походу не могу. Ладно. Ничего. Ничего. Вот он сразу, видишь, знает, что там что-то лежит. Потому что рука сразу тянется до того, как он даже открыл шляпу эту. Нереалистично, честно говоря. На что ты? Смысла хилиться не вижу, потому что в любом случае мы...
Тихо. Тихо. Опа. Мы в любом случае палиться не будем. Нам много здоровья ни к чему. Блять. А я, походу, короче, сломаю, там потеряю отмычку и не смогу взламывать больше замки вот эти все. Скорее всего, так и есть. Сюда бюст. Еще. Все? Окей. Опа! А чё там? А ничего, да? Ну ладно. Окей. Кликать-то надо будет? Надо будет. Так, площадь часовой башни. Окей. Так, тут все, короче, разведали. Давай ты чуть-чуть спрыгни. Так, это мы куда? Хромой Бурик. А, ну да, у нас задание это попасть в Бурик, правильно. Заказы клиентов — прекрасный способ заработать немного денег на стороне. Опа, ну мы пока еще не в курсах. Только начало игры. Это, кстати, тоже превью. Между прочим. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет. Черт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? А он не торгаш? Знаю. Как будто он торгаш. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Какая жалость. Я уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Разрывная. Драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Что его носит? Отменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. Чё он там носит? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А, все, что-то я, блядь, прослушал. Он же, ему же кольцо нужно. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть — через старую часовню. А может, ваш странный мрак из-за того, что у вас шлаковая яма? Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да, да-да-да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Но рад был тебя повидать. Окей. Я что-то о своем задумался, вообще забыл про это кольцо. Вы можете брать доп. Заказы у Баса, навещайте его время от времени. Окей. Хорошо. Слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркают по нашей душе. Ну, бывает. Песнь барону Нордкрису. Чё теперь? Таферу, который запер нас в стальной клетке во имя профессора. Что там? Бас, а мне тебя обчистить можно? Вопрос на засыпку. Золотой век омрачен. Прошлой ночью в канун фестиваля Дня Солнца было совершено трусливое покушение на нашего барона Нордкриста. Пороховой...
Заговор, имевший место в поместье Нордкрест, увенчался мощным взрывом, эхо которого разнеслось по всему городу. С огромным облегчением, которое разделяет все наши сограждане, мы заявляем, что барон пережил позорное покушение. Доблестные стражники уже выдвинулись, чтобы отдать всех виновных в руки правосудия. Стража уверяет, что для паники нет никаких оснований. Тем не менее, напоминают нам долг каждого верного гражданина сообщать об услышанных предательских разговорах. Помните, бунтарские слова ведут к измене. Ну, понятно, стукачество. Мне всегда нравилось имя Дженнивер. Экономь свечки. Все. Ухожу. Да все, что ты? Ищешь инструменты? Опа, черный рынок. Да ну. У меня есть товар для темных дел. Опа. Так, да у меня все есть, господи, маг. Зачем оно мне надо? Световая бомба, тупая стрела. Дешевые простые стрелы ломаются при попадании в цели, предназначены главным образом для того, чтобы воздействовать на предметы, не тратя более ценные припасы. Тупая стрела. Взять тупую стрелу. У меня их не было так-то. Могу несколько купить, блядь. Вот лучше тупые стрелы. Возьму. Вот и все. Так, продать. Что могу продать? Не надо ничего продавать. Гаечный ключ. Используется для открытия решеток и отвинчивания болтов. Слушай, блядь, давай гаечный ключ. Это старая монета. Максимальный запас. Опа, а это бафы. Цену ресурсов на 25%. Блядь, вот я ебан. Ну я не знал. Купить, конечно, снижает цену на ресурсы. Все. Опа. Снижает цену на ресурсов на 25%. Так, теперь что? Не понял. Ну, наверное, снизилось. Так. Дальше что? Медальон ветров. Уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов. Уменьшает урон от воспламенения и ловушек. Зазубренные охотничьи стрелы поражают цель бесшумно. Увеличит максимальный запас еды и мака на 2. Надо брать. Ну надо брать, а что зачем? Так, усиливает эффект восполнения здоровья при приеме пищи. Тоже беру, конечно. Так, увеличивает максимальный запас концентрации. Конечно, тоже беру. Почему, собственно, и нет? Попадание вражеских снарядов. Это тоже херня, честно говоря. Ну давай вот это тоже возьму, мало ли. Чтобы меньше демеджа проходило по нам. Окей. Блять, а гаечный ключ надо было, наверное, купить. Ну ладно, пофиг. До новых встреч. О, концентрация полностью резнулась. Хочешь прикол? Походу, да. Ладно, давай, короче, похилимся. Все, хотя бы чуть-чуть. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него. Хотите отправиться в этот район? А, ну вот обратно, видишь, в Stone Market. Там что-то будем, в любом случае, выполнять задание будем. Что-то увидим там такое. Да, раз, туда зайдем. Чекнем. То есть вот мы идем по заказу. Что-то где-то зыркнем, увидим. Мрак, да? И все. Значит, наши потроха защищены. И зачистим. Мы этим дымом еще в мастерских надышали. Мы тогда такую дрянь отгаркивали. Ну это бедняки тут, в принципе, насрать. Меня никто не спалит. Так. А, дальше бежим, окей, кладбище. А что, палить меня не будут? Что они везунчики? Ну просто челики. Некоторые мрачники. Ладно, просто челики. Языки, чтобы все кончилось. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Угу. Лады. Допустим. Старая часовня. Ладно. Все склеено, слушай, из локаций. Ой-ой-ой, королева попрошаек. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Слепая? А зачем быть королевой попрошаек? Ты знаешь, что обо мне говорят. Она как-то координирует их, что ли? Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем, только о самом важном. Ля, какая шуба. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета?
Ну выкладывай, что пришел-то, что молчанку-то играть? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. А, ну вот эти вот оккультные штуки. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Я слушаю. Я впитываю. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Кто же это? Кроме стражников и всяких обдристанных. Вы получили очко. Сюда очко. Так, что качаем? Быстро украсть несколько предметов, ничего не подозревающего цели. Способность находить уникальную... А что, это уже вкачано? Предметы нарост... А, понятно. Способность находить уникальную добычу и трофей, позволяющие отпечатки... Пока появляющиеся отпечатки рук указывают путь. Ого. Способность видеть звуки, исходящие от врагов на небольшом расстоянии. Это все навыки концентрации. Это не надо. Незначительно ускоряет ваши действия во время стрельбы, боя, взламывания, заменяя весь мир вокруг вас. Немного снижает расход концентрации, значительно увеличивает дальность прицеливания. Для этого эффекта не требуется концентрация зрения. Способность передвигаться тише, используя концентрацию, уменьшает производимый вами шум, в том числе на шумных поверхностях. Ага. Так, ну слушай, знаешь что, давай-ка мы качнем интуицию. Так, а можно мне качнуть, блять, ее? Или что? Открыть? Да. А, так у меня 8 очков? А, так нихуя себе, у меня 8 очков. А в смысле нет очков концентрации? 7 доступно написано, блять. А, 7 улучшений доступно, а у меня 0. Все, понял. Ладно. Понял, принял, уяснил. Сумка Троя, это все мои бафы. Окей. Ресурсы. Ну, это все мое, ладно. Это все мое. Прогресс игрока, ресурсы. Что еще? А, тупая стрела. Лады. Навестите королеву попрошаек и пожертвуйте ей золото. Взамен вы получите очки концентрации. А, да. Так, слушай, давай. Бля... А, вот эти очки концентрации. Я думал, типа, ну, заполню шкалу маны. А это я понял, что за очки концентрации. Ну, слушай, давай, давай голду отдам тебе. Я знала, что ты вернешься. Давай, окей. Хотите так, да, слушай, окей. Очень мило с твоей стороны. Давай выпьем чаю. На одну очку, видишь, хватило. Чаёк, короче, нормально. Пуэрчик, скорее всего. Скорее всего, пуэрчик, короче. Так, ну смотри, это вкачал, ладно. Быстро украсть несколько предметов, это хрень. Способность передвигаться тише, используя концентрацию между... Не требуется концентрация на зрении. Ага. Снижает расход концентрации. Ну давай это закачнем. Ладно. Пригодится, а что, пригодится. 7 доступно все равно. А, ну ладно. Пон. Ну, нормально так снижает, слушай. Нужен гаечный ключ. Блять. Надо было купить. Ну, потом куплю, господи, я к ней все равно приду. Я говорю, я буду тут 300 раз ходить по этим локациям, по всем. Поэтому в любом случае...